7 апреля в Хасавюрте на стадионе имени Арсена Муртазалиева прошла спартакиада работников МФЦ Республики Дагестан в Северном территориальном округе. В спортивно-массовом мероприятии приняли участие более 200 человек, представляющих коллективы многофункциональных центров. Спартакиада организована совместно с отделом по физической культуре и спорту администрации Хасавюрта и многофункциональным центром Республики Дагестан. В церемонии открытия приняли участие глава Хасавюрта Зайнутдин Акмазов, депутат Народного собрания Республики Дагестан, директор отделения МФЦ по городу Хасавюрт Якуб Уумаханов, директор многофункционального центра Республики Дагестан Магомед Эмин Арсланалиев. Обращаясь с приветствием к участникам мероприятия, глава Хасавюрта Зайнутдин Акмазов отметил, что рад принять в городе столь общественно значимое событие в жизни республики. Я желаю каждому из участников спортивной удачи, успехов в жизни и самого всего наилучшего. Поздравляю вас. Депутат Народного собрания Республики Дагестан, директор отделения МФЦ по городу Хасавюрт Якуб Уумаханов подчеркнул, что очень рад видеть в Хасавюрте всех коллег северной зоны и рассчитывает, что главным победителем станет дружба коллективов. Такие мероприятия всегда помогают сплачивать коллектив, спорт развивает в нас такие чувства, как умение работать в команде, решительность, целеустремленность. Поэтому эти качества нам важны не только здесь, на спортивной арене, но и нашей профессиональной работе. Желаю всем удачи. Директор многофункционального центра республики Магомед Эмин Арсланалиев поблагодарил руководство города и лично главу Хасавюрта Зайнутдина Акмазова за прекрасную организацию спартакиады. Сегодня ваше участие, каждого из вас в спартакиаде, это огромная заявка на активный образ жизни, на вашу активную позицию, на достижение поставленных целей. Сегодня мы все с вами успешно работаем, но при этом зачастую эта работа проходит дистанционно. Участие в спартакиаде позволяет нам лишний раз встретиться вместе, провести активно время каждой команде, доказать свои спортивные заслуги, свои спортивные успехи. Поэтому я вам всем желаю настроиться на спартакиаду. Всем желаю достойных соперников. Церемония открытия включала в себя зарядку с чемпионом мира по ММА, чемпионом сурдоолимпийских игр Аскаром Аскаровым, концертной программой хореографического ансамбля «Хасавюрт» и выступлениями артистов Дворца культуры «Спартак». В программу спартакиады входили соревнования по 12 видам спорта. Командный мини-футбол, шашки, бег на 100 метров, прыжки в длину, волейбол, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт, подтягивание на высокой перекладине, армрестлинг, перетягивание каната. По итогам состязания первое место заняла команда МФЦ Хасавюрта. Вика Сулейманова, Самат Гакаев, Расул Гаджиев, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».